Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании Дорожная карта на цоколе H4, температура свечения 6500 кельвинов. Комплект поставляется в фирменной упаковке. Внутри у нас находится инструкция по эксплуатации и также две светодиодные лампы. Лампы мощностью 60 Вт, полностью металлические лампы. Используются две системы охлаждения в лампах. Это активная, встроенный кулер, и пассивная, радиатор. Ну и то, что сама лампа полностью металлическая. Все тепло, которое выдают светодиоды, распространяется по всей плоскости лампы, не давая ей перегреваться. Подключаются лампы на питание как 12, так и 24 вольта стандартным разъемом. На проводе подключения не имеется никаких драйверов, что намного упрощает установку, особенно если в подкапотном пространстве мало места. Сейчас мы одну из ламп подключим на питание 12 вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем питание к лампе. У нас срабатывает ближний свет, отсвечивает очень ярко. Это у нас срабатывает дальний свет. Чисто белый световой поток, цветовая температура 6500 кельвинов, мощность светового потока на дальнем свете 7200 люмен, на ближнем 6000 люмен. После установки таких ламп в автомобиль нужно выставить правильно светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. При покупке ламп на них обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.